приезжайте к нам. Куда, Гена Петрович? На Савослейку. Национальность. Вот это почему. И вы, когда вы такая даже белая, красивая, обаятельная, для нас пропадает. Самолеты хорошие сделали. Я не знал, я думал, что это связано с горами. Нет, что-то... нет, у нас же вот там авиационный летает, да? На параш летит. Нет, можно не давать. Я уйду, ребеночку, можно? Ребеночек, иди сюда, пожалуйста. Не торопись, спокойненько. Мы же здесь относимся. Вот. Все, вот это разлокали стекло. А, он будет вообще все стекло менять. Да, стекло менять. Муж занимается автостеклом. Я вроде как кафе. Все предели. Можно сесть? Конечно. День Победы. Мы приезжали. Есть больше. Еще на... А черт, еще раз, давай. Фу. Ну вот она, Волга. Видишь, какая. Вещи были старые, советские, не вот те современные, а старые. Военный гарнизон, да, а вы еще сделали советские такие, старые, помните, да? Только когда я открывал, тут Ген Петрович Малахов, хоп, ой, Ген Петрович, и вы здесь. Вот типа такого именно. А самое интересное, только, можно начнем? Только в наших, именно российских, советских машинах, если вот с такими... Смотрите, бейсболочка, правильно. Давай так бежим. На голову. О, посмотрите, посмотрите, что мы сейчас видим. Что мы видим? Возьмите эту камеру, она уже снимает, снимает. Она снимает? Хорошо, она снимает. Я тоже вас сниму. За ваши деньги, за большие деньги я вас сниму. Ага. Волга. Фильм «Волга-Волга». Кто помнит фильм «Волга-Волга»? Вот, пожалуйста. А самое главное, я скажу, оно подвижение. Вот он. Вот оно подвижение. Сейчас снимается как кино. Работают. Смотрите, как мы работаем, как кино. Смотрите, внимание. Итак, поехал. Дверь закрывайте. Геннадий Петрович, дверь. Геннадий Петрович, дверь закрываем. Вот он. И вот он, штурман.
Вот он штурман, вот он штурман. Спасибо итак, вам большое. Итак, Виктория, садись в машину. Виктория, за руль. Нам еще 300 верст ехать. Это твоя машина? Твоя машинка, твоя. Отлично. Итак, вот она. Боня. Так, какая красивая девушка села. Так это самая знаменитая актриса Виктория Маслова. Товарищ майор, мы вас узнали. Ну что? Все. Отбываем. А вон еще ЗИЛ военный. Отбываем. Вообще здесь, да? Место. Все, ради... спасибо вам большое. До свидания. Ух ты! Все, по машинам, алло! Ну давайте, давайте. Собака, да? Ну что, друзья, на самом деле мы едем сейчас в Дивеево, движемся мы из Владимира, проехали уже несколько мест. Посмотрите на эти дороги. Вот просто посмотрите. Враг не пройдет. Вот движемся в Дивеево из города Владимир, много чего проехали. Полетел, что ли? Здесь война и посмотрите была. На эти дороги. Ужасные вот дороги. Указатель, как Бардатов, вы видите, Дивеево. Арзамас. Ну это же жуть просто. Это не жуть, это жопа, извините за выражение. Ну как так можно? Вот хочется спросить. Столько паломников, не просто ежегодно, еженедельно ездят в эту сторону из разных стран, а по России уж вообще еще больше. Но неужели сложно выполнить вот эту вот коммунальной службе, сделать эту дорогу, нормально положить асфальт? Но мы же сдаем налоги на ЕПРСТ, хочется спросить. Хочется спросить, кого именно? Наше правительство, в первую очередь. Да. Куда Мутко, вы смотрите? Может, Мутко замутирует дороги? Почему вы не требовательны? Почему вы не спрашиваете за качество, чтобы это простояло там хотя бы там, ну не знаю, года 3-5? Все разваливается сразу же после того, как сделано. Дороги. Построить, да, дороги. Да. Просто хочу сказать, когда едешь в такое святое место, куда мы направляемся, это правда. Ты едешь с определенным настроением, с определенным наполнением. И вот эта вот жизнь наша земная, мирская, так сказать, она настолько приземляет. Хотя это вещи, которые мы могли бы поправить сами. Легко. Для этого, да, легко. Для этого не обязательно молиться и просить. Поэтому, это, друзья мои, ну давайте мы как-то будем обращать внимание на ближних своих, на то, что едут с детьми по этой дороге, и каждая кочка может стать последней. Будьте так добры, берегите нас, берегите друг друга. Мы молимся за вас. Артата. Мы молимся на вас, мы молимся за нас. Все, можно. Оно же включено. Включено. Ну да. Давайте, пакет. Кен Петрович. И Малахов главное, вручает. Главное. Красота какая. Мы находимся в замечательном, красивом месте. Дивеево. Как Виктория правильно?
Дивеево. Вот монастырская трапеза, пожалуйста. Смотрите, какая красота. Это священное место. Абсолютно роскошное. Все сделано деревянным. Творение, декорация. Это не кино. Это настоящее все. Живое, чистое. Благочинное, священное. Вот это красиво. Посмотрите внимательно. Это часовенка, да, его правильно назвать, Виктория? Храм? Часовенка. Все очень чисто, все очень аккуратно. Существуют гостевые домики, пожалуйста. Кофе, кофе, бутерброды, сладости. Мы приехали 14 мая 2018 года по окончании кинофестиваля «Над гранью» всероссийского замечательного такого медиапроекта, можно сказать, культурная столица. На несколько дней стал город Владимир. Вообще он постоянно культурная столица. Также происходило все в рамке кинофестиваля, в рамке всероссийского турнира, уже 9-го по счету, 9-го, имени Александра Дедюшко, только по шуму боя. Смотрите, красота. Я ничего не вижу, ничего не снимаю. А чего-то я снимаю. Вау, топ-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А впереди, между прочим, идет. Впереди. С нами приехала замечательная актриса, популярнейшая. Театр, актриса театра и кино. Виктория Маслова. Посмотрите, как она красивая, маленькая, худенькая, изящная. А еще, оказывается, она почти кандидат мастера спорта по стрельбе из пистолета, автомата, пулемета и даже гранатомета. О, река. Варгут. О, какая красотища. Какая красота. Просто великолепнейшая. О, Геннадий Петрович Малахов мы увидели. Геннадий Петрович Малахов приехал лично посетить, взять здесь интервью. И у нас автодорожная программа начинает жить. И телеведущий, между прочим, Геннадий Петрович. Ага. И Виктория Маслова. Как это оно, да? Заповедник. А почему мордовский заповедник, я не понял. Ну, уже Мордва это. Это распилок Мордовии, что ли? Ну. Разве? Я не знал. Это Нижний Новгород же. Ну, что, Нижний Новгород, там живет Мордва. Да. Вот оно. Я не знал. Легендарный. Легендарная купель. Могучий. Да, а там прям... гвоздики есть. Да, и сразу можешь входить там. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас мы тебе. Вы прям тоже там или вы будете спускаться сюда? Нет, мы там, да, так же. Мы просто можем там пройти.